Наверное, ребята в последних играх заслужили победу тем желанием, которое они проявили на поле. И для меня, так же, как, наверное, для любого тренера, нет разницы, какой опыт у футболиста, сколько ему возраста, если он отдает все силы, если он по всем критериям превосходит своего конкурента на позиции, он играет. Наверное, в последних играх, вы видели, играло достаточно молодых игроков, для которых сейчас появился реальный шанс. Они им воспользовались, и я надеюсь, дальше будут также продолжать работать. И, наверное, своим желанием, своим рвением в тренировках и в играх они вдохновляют всю команду. Я сейчас вижу в этих двух играх, подключая молодежь, и игроки, которые были до этого, они заиграли по-другому, потому что они видят, что действительно эта молодежь их вдохновляет на какую-то другую игру. Надеемся завтра показать такую же игру, и, наверное, сейчас ребята после этих двух игр получили какую-то уверенность, и завтра они должны продолжать так же работать. Я сейчас не хочу вообще говорить и думать, это, еще раз, совсем другой турнир, это не Кубок Украины, это не чемпионат Украины, здесь собраны лучшие команды Европы, и здесь важно действительно сконцентрироваться на каждом моменте игры, понимать, против кого мы играем, но и понимать, что мы должны играть в футбол, а не обороняться всю игру. Надеюсь, мы завтра все это обсудим, поговорим с ребятами. И важно, чтобы они выходили на поле и не боялись играть в футбол. А то, что они умеют играть в футбол, я в этом не сомневаюсь. И в последних двух играх они это доказали. Не только, как вы говорите, забивая мячи, но и обороняясь всей командой, что завтра будет не менее важно. Я думаю, что каждой команде в Лиге чемпионов, сколько бы они очков ни набрали, не нужно смотреть на свою позицию, нужно выходить и играть в футбол. Мы играем на высочайшем уровне. Сейчас у нас есть шанс, у нас впереди три игры, мы постараемся им воспользоваться. Завтра у нас всего одно очко. Конечно, мы понимаем, что сейчас нужно каждую игру играть на победу. И на это настраиваем ребят. Но еще раз, нужно учитывать, против кого мы играем, и выстроить правильный план на игру. Каждый тренер, каждая команда, играя в Лиге чемпионов, ставит только высочайшие цели. Так же, как и в прошлом году, мы ставим цель выхода из группы. Еще раз повторюсь, на каком бы мы месте ни были, если у нас есть шанс, мы будем бороться. Но, я не знаю, нужно показывать игру. Я уверен, наши болельщики, если они завтра увидят игру, увидят желание ребят, старание, если они все сделают за победу и вырвут эту победу, конечно, они будут довольны. Любой может быть результат завтра, но важно отдать все силы, чтобы и у меня, и у каждого игрока было после игры, не знаю, желание ни в чем себя не упрекнуть, что он не отдал все силы на поле. А результат, особенно в Лиге чемпионов, он может быть любой. Но еще раз, мы обратили внимание ребят, что Бенфика, вроде бы мы играем дома, но Бенфика перебегала нас дома, перебегала и переиграла в интенсивности игры, в желании. Вот это самое главное, чтобы завтра Бенфика нас не переиграла в желании. Я думаю, каждый из ребят это сейчас понимает, потому что в последних играх я вижу, насколько увеличилась интенсивность игры, наверное, по тому показателю, что я вам сказал, потому что были на поле молодые футболисты, которые своим желанием давали импульс всем остальным игрокам.